Улан-Удэ встречает день рождения на подъеме. В столице республики ведется активное жилищное строительство. Открываются торговые центры, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Туризму уделяется особое внимание. 2013 год проходит под девизом «Улан-Удэ – гостеприимная столица». Четверть миллиона туристов посетили Улан-Удэ только в этом году. К тому же Улан-Удэ стал победителем всероссийского конкурса на лучший муниципальный проект по развитию туризма. Сегодня гостей города встречает модернизированный аэропорт «Байкал». Создана комплексная навигация, установлены карты, схемы и знаки-указатели на популярных туристических объектах. Так, Улан-Удэ, по примеру Москвы и других крупных городов, включился в новое движение по установке знаков с QR-кодами. Кодами на исторические здания и памятники. С каждым годом в столице республики растут показатели промышленного производства, увеличиваются объемы строительства. Только в этом году будут сданы более 190 тысяч квадратных метров жилья. За последние годы город сделал серьезный рывок по созданию качественных условий жизни горожан. Благоустраиваются улицы, дома, строятся дороги. Очень много строится и возводится новых зданий, ремонтируются те, которые служили уже долгие годы. Сделал огромный скачок в развитии экономики, социальной сферы, но в целом из такого маленького, небольшого городка стал индустриальным, туристическим и в целом, значит, красивым городом. День города – это лишь старт к началу подготовки к празднованию 350-летия Улан-Удэ, на проведение которого будет выделено более 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Сергей Соглов, Булат Бадмаев, Новости дня.